Авторитетное британское издание опубликовало глобальный мировой рейтинг высших учебных заведений. Вузы оценивали по уровню их влияния на устойчивое развитие общества и вклада в достижение целей в области устойчивого развития, определенных ООН. В этот список попали представители Верхневолжья. Тверской государственный технический университет занял общую 601-ю позицию, а Тверской государственный университет 801-ю. ТВГТУ получил баллы сразу по 13 областям. Развитие и активизация работы механизмов глобального партнерства, защита восстановления экосистем суши и содействия их рациональному использованию, обеспечение здорового образа жизни и другим. ТВГУ начислены баллы по 11 номинациям. Среди них обеспечение всеохватного качественного образования, принятие мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, создание прочной инфраструктуры, внедрение инноваций.